Здравствуйте, ребята! С вами я, Ксения Сергеевна, и моя помощница Полиночка. Привет! Сегодня мы с вами будем рисовать в технике штамп. Для этого нам понадобится картон, ножницы, лист бумаги и краски. Начнем? Да. Тема – городской пейзаж. Берем кусочек картона, складываем его в три раза. Теперь разворачиваем и краешки загибаем. Для того, чтобы при штамповке мы могли держаться за него руками. Теперь на нашем картоне нарисуем домик. Теперь возьмем ножницы и вырежем крышу домика. Теперь ножницами прокалываем окошки. Нарисуем небо нашему городу. Низ сделаем синий, а верх листа закрашиваем различными цветами, которые вам хочется видеть в небе. Каким цветом будут дома? Розовыми и фиолетовыми. Можно сделать розовые, фиолетовые, коричневые. Да? Выбираем цвет домика и наносим его на штамп. И отпечатываем его на листе бумаги. Когда домики готовы, рисуем линию горизонта и ставим их на землю. При желании на наш рисунок можно добавить деревья и птиц. Вот такой вот город мы нарисовали. С помощью штамповки. На этом наше сегодняшнее занятие окончено. До новых встреч. Пока.